ребята, у нас новый челлендж. Да, привет, ребята, и у нас сегодня опять новый челлендж. Он называется Шалана-акула. Акула. Вот даже она тут. Да, кровожадная, которая любит кушать рыбки, да? Давай открывать и смотреть. Давай. Какой там... Мы уже распаковали нашу акулу. У нее сразу пасть открыта, да, готова. В наборе у нас шли вот такие рыбешки. И сама акула. И акула сама, да. И вот такие карточки. В карточках что здесь есть? На другой стороне в карточках написано, сколько рыб и какого цвета нужно закинуть. Например, две Мама. Синие или две белые, там, одна желтая, три белых, одна красная. В общем, будем тянуть по очереди карточку и закидывать, да, ей? Да. Рыбешки, скармливать. Ставим паузу, а где же лайк? Где подписка? Давай, канал включай, лайк нажимай. Давай поскорей, вместе будет веселей. Внимание, задание. Ну что, ребята, готовы посчитать акул? Они во время видео будут появляться везде. Даже на самой акуле. Да. Пишите свои ответы. Да, пишите свои ответы в комментариях. Мы с Аришкой их читаем и стараемся всем отвечать, да, Арина? Да. Ребята, мне так приятно читать ваши комментарии. Настолько приятных слов мы услышали, да, про наш канал, про наше видео. Спасибо вам огромное, что смотрите наш канал. Ну что, мам, включаем музыку? Да, а мы начинаем наш челлендж и запускаем акулу. На ком акула закроет рот, тот и проиграл. Достаем карточки. Я ваший игрок. И мне попалось пусто. Пусто, ничего нет. Беру я. У вас сердито. Одна рыбка. Ух, ух. Восемь. Не закрой. Смотри. Ой, нельзя рыбку забрать у нее. Попалась рыбка, все, ее. Арина. У меня две рыбки белые. Две белые рыбки. Вот и это у меня два очка будет. Давай. Акула должна быть голодная вообще-то. Ой, рыба падает. Ничего, мой ход. Три красные рыбки. Так, у нас есть красные рыбки. Итак, корни. Оп, оп, нет, раз. Моя. Два. Три. Ничего. Арина ходит. Ходи. Выбирай карточку. Одна красная рыбка. Давай. Не испугалась? У меня одна белая рыбка. Куда? Куда уехала акула? Поехали. Давай, твой ход. Давай, три желтые. Сразу две лучше. Давай. Я пропускаю ход, ничего нету. Арина ходит. Три. Три белые. Оп. Рыба выпадает. Арина. Падает, ему... Все, все уже. Нет, нет, нет. У меня попалась одна синяя рыбка. Давай, доставай карточку. Три. Две. Ой, две красные. Две красные рыбы. Две красавицы. Одна красная. Есть. Я думаю, что она мне 5. Рыбы уже много, но пока... Пока она не... Была голодная. Пока одна она рыбка. Не наелась еще. Я пропускаю ход, у меня белая карточка. Одна красная, давай. Есть. Опять пропускаю ход. Нет, тут пропуск хода. Одна желтая.
У меня три синих два рыбки. Давай я закину. Нет, можно? А ты кушаешь? Твой. А ходила ты за меня. А я, а ты не разрешила. Арина, поэтому каждый должен ходить за себя, понимаешь? Все, акула съела. Съела. Съела все рыбки. Давай сыграем рыбки. Еще. Мама, играем еще раз. Ну что, включаем музыку? Мы играем еще раз, но каждый теперь свои рыбки закидывает сам. Потому что в прошлый раз на мне закрыла рот акула, а кидала рыбки ты. Поэтому непонятно, кому очко засчитывать. Включаем. Не, мы не. Стой. И первую игру начинает всегда младший игрок. Арина, бери карточку. Бери карточку сначала. Давай, доставай. Что попалось? Одна желтая рыбка. Так, да. Мой ход, и у меня три красные. Я сама беру свои рыбки. Да, можно? Две сразу. Итак, один, два, три. Теперь твой ход, Ариша. На ком же опять? Пропуск хода. Пропускает Арина. У меня одна красная. Закидываем красную. Ходи, Арина. Опа! И меня пусто. Арина пропускает ход. Теперь я хожу. У меня три белые рыбки. Так, мы берем. Один, два, три. Арине попалось две синие рыбки. Нет, хорошо. У меня две красные. Раз и два. Прожорливая акула, да? Много рыбы ест. Ага, голодная. Голодная. Давай, тяни карточку свою. Не подсматривать. Тяни, тяни просто карточку. Так. Белая. Две белые, не просто одна белая, а две белые рыбки. Угу. Одна синяя. Хорошо. Давай, ты теперь. Не одна белая. Белая. Рыба, ты прожорливая. Да. Сейчас как цапнет. Две желтые. И раз желтая, и два желтые рыбёха. Одна синяя. Одна синяя. Ты плохая акула. А ты подписан на мой канал. Давай ставь колокольчик. Одна желтая рыбка. И мы ее забрасываем. Сейчас она уже наелась, мне кажется, рыбой. Сейчас не скоро кого-то цапнет. Да, и это ты. Ну, посмотрим. У меня одна белая. О, нет, это не я. Арина, ходи. Твой ход. Одна желтенькая. Одна желтенькая. Тоже нет. Я чувствую, вот-вот уже. А кто кинул? Ну, кинул. Последняя твоя желтая была. Она поняла, что наелась уже. Ладно, я проиграла. Не нравится ей. А дай рыбу тогда. Хотели рыбу вот забрать. Вот зачем мне колеса? Хотели рыбу забрать? А ну. Злая акула. Веселый челлендж получился с акулой. Да, мне тоже понравилась акула. Она такая смешная. Может, еще надо вот эти карточки скормить. Ребята, вы посчитали акул? Напишите в комментарии, сколько прорвало вот таких вот акул. Да, интересно. Эту не считаем. Да, акулу. Всем пока-пока. До скорых встреч.